Привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и мы продолжаем Warframe. Так, у нас все еще прохождение планет пока что идет. У нас осталось всего две миссии на Седне. Это угон и вторжение. Сначала давай сделаем угон. Ну, пускай будет осада корпуса. Они засчитают же. Инжектор детонита или фильдрон. Давай фильдрон. Хотя стой, я не уверен, что они засчитают миссию. Ну, проверим заодно. Будем знать на будущее, засчитывают они, когда такая вот выпадает штука или нет. Потому что даже не помню, за разрыв... Нет, разрыв не открыт там, где у тебя не открыта миссия изначально. Этих вот не помню насчет вторжения. Засчитывают он их прохождение или нет. Ну, сейчас увидим. The reactor's complex system. Start by removing the coolant cells. Ой, ничего себе живучие-то. Прикольно. Не сюда, да? Сюда. Здрасте, здрасте, здрасте. Мы тут вовсю путешествуем так-то, если что. Ну да, переделали они конкретно, конечно, дизайн. Только какой в этом смысл, я не понимаю. Упс, вот это я запрыгнул. Оп. Чётенько получилось, да? Что происходит? Слишком большие локации, что ли? Здрасте. Блин, всю энергию забрал. Ну, понятно, короче. Следующую. Уничтожили? Смотри-ка, с 50 уровнем он плохо справляется. Ну, давай, вылазь. Все. Да что ж такое это? Что ж такое попадаешь, что вечно в какие-то непонятные места? Отлично, быстренько. И что, нам засчитают или не засчитают, интересно? Не понял, страж может здоровье восстанавливать? Или что это? Ну-ка, еще зачитали, интересно? Да, зачитали. Нормально, ладно. И последний нам остался угон. Ну, это, по-моему, достаточно такая приятная достаточно миссия, потому что что там, там всего лишь что нужно, по сути, дойти до определенного судна и за счет своих щитов его вытащить, насколько я помню. You are here to make sure that core reaches a Fomorian class ship.
Left unchecked, Vayhek will create hundreds of warring class ships. We plan to stop as many ships being built as possible by destroying their most critical components. The Fomori core. Не понял, так где пройти? We are transporting the core by cargo tram. Find console to reroute the tram. А, тут кнопки. Право. Так, нам дальше сюда. Ну не получилось так, как я хотел. Ничего страшного. Что ж ты так перемещаешься? Это странно, а? Тенна. Тенна, что с тобой не так сегодня? Так, ну-ка где? Да потом, если что, фокус заберем, неважно. Привет, мы уже с тобой расправились, не волнуйся. Да, он за счет щитов будет сейчас, короче, тащить, получается. А, то есть щиты, короче, помощника не считаются. Ничего себе, как нечестно. Да-да-да, притащи давай меня, конечно. Кто-нибудь восстановит мне щиты? А, то есть лучше, короче, отойти, потому что он сейчас заюзает все щиты, и тогда ничего хорошего из этого не выйдет. Вот спасибо, только не хватало, чтобы мы снимали щиты. Ну давай на соточке будем держать, так примерно. Вот так вот плавно пододвигать. Сейчас, ладно, фиг с ним восстановится, к 300 мы пойдем. Ну, практически. А, у нее снимается хпшка постоянно. Так, ладно, ждем, пока восстанавливаются щиты. Хотя бы соток до 3. Давай. Да ну хватит, восстановить их до 3 просто сотен, и все. Хотя бы. Или у меня всего 3 сотни, да, у меня всего 3 сотни. Косяк. С нашей стороны так-то. Недосмотр, я бы сказал. Явно я не подхожу идеально для таких миссий. You have reached the midpoint. Disposing of these cores will be a massive blow to Vayhek. Давай, давай, давай. Вот только баллиста нам не хватало. Ну, мимо. Офигеть, сколько еще тащить. Погнали. Что-то ты как-то плохо со своими обязанностями справляешься, близнец, потому что нам-то надо, чтобы мне не попадали. И патронов теперь нет. Вот это просто зашибон. Кто там идет такой смелый?
already volatile. It will rupture if it takes too much damage. Do not let this happen. Я бы рад, но ты видишь, this is the final push. Что я не успеваю восстановить, да, щиты. Да ну ты как это... Офигенно, да? Давай погнали вперед. Посмотрим, сколько мы успеем протащить. Давай восстанавливай хотя бы до сотки. Не потащили. Вот только тащить не хватало, чтобы меня тащили. Погнали. Сколько еще тащить-то? Вообще успеем дотащить до конца? Давай, работай. Чё ты там не убил до сих пор его? Да ну ёшки-то котки, а. Разберись ты там со всеми, в чем дело? Чего мы до сих пор еще не доехали? Кто еще? Со всех сторон, ты посмотри, даже не установить щиты-то, а? Да, дайте восстановить вот щиты, а. Чё, шо ж там так дофига топлется? Давай, чуть-чуть же осталось-то. Чувствую сам. Все, патронов нет. Давай, да ну... Дайте хотя бы соточку-то восстановить-то, а? Ну... Все, отлично. Я уже думал, не дотянем просто. Жесть, ну это такая, да, сложненькая достаточно тема. Странно, да, мы вроде захватили, получается, их ядро, но я не вижу соответствующей награды. То есть я не думаю, что ядро стоит 5000, если оно так было нужно, Гриниру. Так, что там получается? Все дни полностью разобрали, что ли? В смысле открылась какая-то новая миссия на Седне? Ну ладно. Вроде главное все прошли, а опять это синее. Ну, как угодно, как угодно. Арена? И что на этой арене не хотят от нас? Сегодня какая-то странная вообще. Вдвое ослабленная энергия. И против кого мы? Допустим. А вот энергия, дайте энергию взять. Ладно, давайте так возьмем. Да ну ты можешь запрыгнуть сюда, не? Еще одна энергия. И здрасте, мы тут. Ах ты. И что они на это не хотят от нас? Подожди, убили помощника? Как так?
Каким образом они его убили? Да-да-да, здрасте. Все, патрона нет. Так, надо пойти патроны взять. А, здесь без стражи. Ну, посидим здесь, что такое-то. Здорово. Даже не подойти беднягам, да? Вот это они сняли мне здоровье-то. Все. Здоровье снова в полном порядке. Ну? Следующий. Где? До свидульки. А ты там чем не зашляешься? Не вовремя, да? Хорошо, хоть добивает разрез. Не понял, а что указано синим? А, это типа энергия валяется здесь. Все понятно. Что такое? Как она работает? Почему меня убивают? Типа возле энергии меня убивают? И до какой поры нам тут сидеть так? Пойдем туда, сходим. Здесь типа энергия просто так валяется. Давай здесь сидеть, они к нам все наподойдут. Тут хотя бы париться не надо. С какой стороны подойдут? Так я не понял, а до какого счета? Ну и где вы? А, 25, нормально. И что это нам дает? Что в итоге мы получили? Типа и итоги миссии, что мы просто эндо собрали и все. А, прогресс награда вон есть. Дайте нажать прогресс и награды. Кредиты, очки правосудия, кредиты, эндо. Ну, такое. Просто будем знать, что там есть арена, но я не знаю. Может там какой-то... Не понял, в чем прикол? А-а-а, типа арена еще и по уровню разная. Ничего себе, прикольная тема. Ладненько. Прям неожиданный такой поворот от Седна. Приятная тема. Интересно прям. Тогда мы этим займемся в следующей части. Спасибо за просмотр. Ставь лайки, подписывайся на канал, на Дискорд, на Инстаграм, на группу ВКонтакте. Пока-пока.